Камень синий. Гиутир отчаливаем. Давай. А все у нас пока нету, не гречу. Ага. Камеру достал. Да, все врубил. 10:40 стартнул. Ну что? Ага. Погнали. Опа. Давай. Да, до свидания. Ни одного облачка. Сегодня будет жарко. Штиль почти полный. Очень хорошая стоянка была. Так, фишка в чем? Почему стартуем в одиночку? Люди все-таки отдыхают. То есть у них нет цели там убиваться, там максимально быстро проплыть. Они двадцаточку в день тоже делают. На чиле. Ну у них что? Они планировали вот от Харенок до Кына за 4 дня. То есть это... Ну, по сути, в два раза медленнее, чем у меня график планируемый был. Я уже в него не вписываюсь в любом случае. За 3 дня это, ну, все, пипец. Я халявил. Соответственно, у меня тоже было всего лишь 3 пайка сухих, рассчитано на 3 дня. Что это означает? Это означает, что если плыть с ними еще 3 дня, грубо говоря, у меня закончится, да, и все. У меня теперь задача... За 2 дня доплыть до Кына. Вот за этот и за следующий. Чтобы там затариться в магазине. Это при условии, если я захочу плыть до Ослянки после этого. А может быть там и сойду. Вот такой план действий. На этом участке реки очень много моторных лодок. Уже 3 видели, как минимум. Даже больше. Тут уже все на моторах плавают. Потому что расстояния между населенными пунктами очень большие. Ну что, вот камень писаный. Почему писаный? Потому что вон надпись там есть. Я вас заснял. И по буклету, точнее не буклет, как правильно сказать, был анонс сплава от адмирала Покрышкина. Там была программа, я записал, что они посещают. И написано, что напротив вот этого камня есть поклонный крест. Действительно, вон он. Сейчас посмотрим его. Вон, кстати, табличка, тоже вон, камень писаный. Это все одно. Очень высоко. Почти не видно. И тоже вон какие-то надписи. Вон, кстати, тоже крест такой как-то. Там, видимо, тоже раньше что было. И под ней тоже надписи. Но там не видно ничего. Не разглядеть, это слишком высоко. Что там написано? Вот здесь можно прочитать, а вот там нет. Причем сам крест как бы только остался, как сказать, след от него. А он отпал. То есть, может, что-то раньше висело. У меня такое ощущение, что вот этот крест раньше там висел, но он отпал. Его поставили здесь. Скорее всего, так и было. Размер даже тот же. Вот. По старым правилам, старорусский язык, вон даже. Опять эти на конце твердые знаки везде. Половина слов, которые здесь написаны, сейчас уже вышли из обихода. Произношение... Уже другое совершенно. Интересно, сколько ему лет? Немножечко кривой. Тут стоянка рядом с ним. Но мне пока не надо. До обеда еще далеко. По времени. Был Демидовский крест, достопримечательность. Она тоже на картах отмечена значком.
Дальше у нас будут камни, столбы и журавлик. А перед камнем журавлик будет еще урочище журавлик. Тоже попробуем посмотреть, найти там. Так, вот столбы. Реально, прям как каменные столбы такие. Один, за ним второй. На них, наверное, не забраться, конечно. Но красиво. Как башни такие. Катамаранчики. Сто 181 километр. Нашел кое-что. Мое любимое. Ничего не было сказано нигде. Про вот это. Вот каменные ворота. Сквозной грот. Большой такой, арка. Сейчас глянем. Сразу тропинку увидел, я понял, что тут что-то есть. Вау! Молодец! Если пройти чуть дальше по тропе, вот тут вот от камня, еще можно найти пещеру небольшую, вот, типа грот. Но он уже не сквозной. Глухой грот. Капец, думал, их не догоню. Вот, вот эти вот трое, они плывут тоже до слянки. Получается, по центру лодка с мотором. И по бокам цепон. Вон еще лодка и байдарка надувная. Возможно, с ними тоже немного поплыву. А может и нет. Посмотрим. Thank you.
183 километр. Пермский природный парк. Почему Пермский? Потому что уже на территории Пермского края, по факту, мы находимся. Это что дальше будет? Предыдущие камни там и стенды, которые нумеровались, они шли до Йоквы. Это был, как бы условно говоря, другой парк. А сейчас мы уже переходим вот сюда. Вот Крым, вот это. Но до сюда мы уже не пойдем. Это слишком далеко. Вот это дальше будет вот сейчас. Вот направление течения. Перевернули, по факту сейчас по-другому немножечко. Вот еще одна печка. Предыдущую я снимал в прошлом видео. А тут также вот, да, как печка тоже. Вот там, наверное, обед и буду делать, если успею, конечно. Так, это я понимаю. Символы, так скажем, парка. Вон мишка изображен. Правда, медведя я тут не видел, не слышал про них. Ну ладно. Кстати, все заросло, фиг подойдешь бы. Еле вылез. Вот стенд. Туристический маршрут. Сплав от урочища Журавлик до села Кын. Уважаемые посетители, вы находитесь на особо охраняемой природной территории. Знакомьтесь, пожалуйста, с правилами поведения и строго следуйте их. Природный парк Пермский. Государственное бюджетное учреждение Пермского края. Так, это мы не будем читать правила. Вот главное, посмотрим карту. И про камень-сплавщик почитаем. Название камня сложилось из легенды, по которой именно в этом месте утонул сплавщик. Один из людей, сплавлявших почасовое железо уральских заводов в 18-19 веке. Камень-сплавщик, тут барка села на мель. Стали якорь ставить, а якорь-то сплавщика на дно удернул. Вот камень-сплавщиком и зовут. Записано в деревне Сулем от Е.С. Гилева, 1873 год рождения. Так, вот камень Самаринский. Мы уже здесь были, вот осиновый, вот журавлик камень. Вот он, следующий сплавщик будет. Вот Дужный и камень Растун, это где стоянку делают адмирал Покрышкин. Вон печка, еще, кстати, про которую я уже говорил. И самое главное, это вот камень Высокий, самый крутой. Ну что, вот он, камень-сплавщик. Отдельная табличка есть на самом камне металлическая. И отдельно есть плакат. На деревьях. Вон, белая табличка. И там отдельный километраж. Там написано, сколько до города Чусового. То есть написано камень-сплавщик до города Чусового 150 километров. А на самом камне написано, как обычно, что 191 километр от Кауровки. Кстати, вот в эту историю, что действительно там якорь что-то зацепился, он пытался выдернуть и утянул за ним. Очень даже похоже. То есть я сам один раз окупал воду. Ну, похожим способом. Первый раз сплавлялся с группой на катамаране. Начало к берегу это, тянуть нас. Я попытался веслом оттолкнуться. И весло, получается, засосало, как бы. А я держал его в руках. И в воду ушел. Ну там было не глубоко. Легко отделался. А так, как бы.
если сплавляли металл действительно по половодью, то запросто мог человек утонуть. Камень Дужной, 192 километр. Вау! Камень-котел. Камень-растун впереди. Табличка на высоте метров 20, наверное. Как-то по-другому выглядит, то что вот наверху нету леса почти. Смотрится он совсем иначе. Опа! Опа! Маранщики! У них клад веселого Роджера. Не лучшие. Там дети, гоните. Японские. Ничего себе там. Там мясо. Мясо. Нифига тут. Раз, два, три, четыре катамарана и впереди еще сандборд. Ошибочка. Два сандборда. Река Серебряная, название. Чистая вода. Новый стенд. Вот. Верхняя часть. Эколого-познавательный маршрут. Село Кын, Усть Серебряная. Цель создания тропы. Вид тропы, протяженность тропы 25 километров. Прям для профиков, чтобы за день 25 пройти, это надо это прилично иметь подготовку. Сейчас еще посмотрим. Вот там целый лагерь, вон флаг ВДВ. Там домики. Тут река очень-очень чистая. Рыбка там точно есть. Охраняемый ландшафт регионального значения Чусовской. Вот показано, какие камни в него входят и какие растения там есть. Им они в Красную книгу занесены, очень редкие растения. Вот опять карта. Навес с печкой есть. Крытая беседка, по сути. Печка-буржуйка с каменкой, кстати говоря. То здесь можно и париться, получается. И тут же
обедать, допустим. Офигеть. Так, байдарочники вон попытались, видимо, порыбачить. 10 минут позакидывал, ничего не клюнуло, поплыл дальше. Камень желтый. 203 километр. Еще один стенд. Тут рассказано про камень желтый, который я только что проплывал. Свое название камень получил от наличия лишайников, которые окрашивают скалу в желтый цвет. Блин, так-то фигня, по идее, осталась, но время уже очень много. Камень Красная гора. Время 8. Все, заколебало. Байдарочники прошли дальше, потому что им на троих места тут нету, ставится. Сейчас объясню, кстати, почему. Плыть дальше за ними тоже нет смысла, потому что любая стоянка годная, которая следующая будет, они ее займут, скорее всего. А мне одному здесь нормально. Вот. Вытоплено под палатку место, выровнено как раз, все подготовлено, вот, ровненько, вычищено. Ставлю палатку и все, и зашибись. Как раз одному здесь самое то. Ну, немножко дров есть. Все нормально, ставлю здесь. Я устал. Отдых по дикарю. Вот это называется чисто по дикарю. Что никаких туалетов, никаких там душевых, как было на мутном камне. Бань, там, мясо. Все, это по дикому, чисто. Максимально. Спереди и сзади никого нету. В радиусе километра как минимум.